24 октября председатель Милли Мэджиса Октай Асадов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой президентом панафриканского парламента Роджером Никита Дангом. Октай Асадов выразил надежду на то, что первый визит президента панафриканского парламента в нашу страну станет успешным началом взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что в рамках визита гости получат подробную информацию о богатом историческом прошлом нашей страны, ее нынешних достижениях и перспективах. В ходе беседы спикер отметил, что в Азербайджане успешно продвигающимся по пути создания правового светского демократического государства на первом плане находится свобода слова и печати, права человека. Говоря об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, председатель рассказал о негативном влиянии проблемы на развитие региона, горьких последствиях этого конфликта. Он сказал, что сегодня, кроме оккупанта Армении, все государства мира поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Президент панафриканского парламента Роджер Нкода Данг отметил, что удовлетворен визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами, подчеркнув, что толерантность, присущую Азербайджану, невозможно найти ни в одной стране мира. Он сказал, что в нашей стране исторически были богаты демократические традиции. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим интерес для сторон. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач.